происшествием очередной пожар произошел сегодня ночью. Во дворе дома по Ленина 188 горели деревянные сараи. На тушение прибыло сразу несколько подразделений огнеборцев. По словам местных жителей, около половины 12 ночи они услышали громкий хлопок. Почти одновременно с этим возникло пламя. Оно быстро перекидывалось с одной деревянной постройки на другую. Приехавшие пожарные не дали огню распространиться на жилые дома. Их обитателям не пришлось эвакуироваться. А вот имущество, которое люди хранили в сараях, полностью уничтожено. Всего выгорело около 150 квадратных метров построек. Причины пожара сейчас устанавливаются.